Когда мух надоест, тогда скорее снова пойду. Я не могу сказать, когда это будет конкретно. Блять, долбоёб ебаный с мусорки еще контрпикает, блядь, дебилы. По-моему, на ранге. Какие контрпики? На кастроге сейчас мне это контрпикает. Но если он берет контрпик, что это может быть? Это по-любому кестрога, правильно? Я не буду ремула оставлять, потому что это кестрога. Если даун на удодороге контрпикнул, блядь, удали игру просто, мусорный челость. Это реально удодорога. Я в это не верю. Ебать даун, блядь, на удодороге, блядь, шамана контрпикает. Ебать ты конченый чел. Бля, почему такие тупые челы играют в эту игру, блядь? Просто вау. Блядь, на удодороге контрпикает шамана. Кусок еблана, блядь, сдает себе первый ход, еще две единички с кулбладом. Блядь. Пиздец, нонсенс. Нонсенс, блядь. Он, блядь, берет руку, чтобы выиграть шамана. На вот этой роге шамана. Школьные рассказы о том, как... Школьные рассказы дебила по имени Тезвей. Просто делает из воды уже, не знаю, даже нет. Хотя, скорее всего, даже да. Скорее всего, даже да, потому что я буду грины ставить, стапить вулкан под его дрюманку. Блять, в смысле, что делать не нравится? Мне нравится играть, блять, но я горю с этой помойки, потому что эту помойку превратили, блять, в казино. Где ты просто, блять, играешь, где поиграть, все. Эту игру превратили в казино, блять, запомните, раз и навсегда. А так как, так как над этим дополнением еще и Бенброд работал, ну, причем даже того, что он ушел, он на этим тоже работал, ну, ничего удивительного. Просто игра казино, блять, не более. Ничего от вас не зависит, блядь, просто замечаешь это как с каждым днем. Это реально, блядь, бесит. Пиздец. Ничего не можешь сделать при определенных обстоятельствах и заходе оппонента. Вообще ничего, блядь. Дерьмо, дерьмо кусок ладдера. И также, блядь, и ранг, типа... И также ранг набирается в ладдере не за счет того, что ты хорошо играешь, а за счет большого количества игр, не более, блядь. С этим спорить, попробуйте опровергнуть. Просто большим количеством времени. Все. Гриндишь просто, блядь, друидом, тысячу игр, блядь, по 10, это самое. Сейчас это казино, блядь. Ну что это за хуйня, дебил, блядь? Когда вот игру начинала играть, она была совсем другой, поэтому я там лечу. Ни о чем на чел просто не говорит. Смотрите, остается один ход для победы, но чел тут дать не герой, блядь. Ваши ставки на то, что он этого не сделает. Ставлю 300 баксов. 300 бакс на героя. Для дебила. Ладно, обманул. Что ему еще помогает? Лава буф. Да, да, блядь, блин. Прокнул опять дрожжеглот. Вы видите, опять, когда не решает то, что прокает дрожжеглот или какая-либо комба, неважно, прокнет она или нет, она прокает. А, кстати говоря, я еще радуюсь, типа, он может до сих пор Лерой топдекнуть, и у него может быть Винфьюри. Он меня убил бы все равно, как ни странно. Окей, тут сэр есть, типа, неплохо, я бы еще не мототайп, а здесь лишь Акаита. Эршок. Ну, я не буду тратить на это точно, это маразм. Играть это уже не колдав, иди нахер. Это еще триггер нужен колбаду, блять. Он топдекнул? Блять, он топдекнул! Триггер, сука, падла! Конченая, вау! Блять, Необоргана реально, блять, играют на рогах. Он топдекнул единичку под единичку, блять! Пидорас! Что ты за мат? Пошок отсюда. Изи. Сосу. Диаболик, убирай. Диаболик, убирай. Ты... Работяг не уважаю, сейчас смотрю. Ты же за Альянс играешь. Убирай. Слушайте, блядь.
бля, знаете, что я вспомнил? У меня сейчас такая мораль будет, чуваки, реально вам говорю. Я вспомнил кое-что. Кое-что вспомнил. Родители-то приехали. Папа за день рождения было. А мне обещали привезти рыбки. В кляре. Чисто челиксы. Рыбка в кляре from... from деревня. Ммм, охуенно. Братик, у меня еще один вулкан есть. Запутал. Ну, вообще-то рыба в кляре, блядь, не калорийная, я на диету готовлюсь. Ну не 0 калорий, но там 10-20 есть. Да блядь! Ну блядь, сейчас гарю нахуй! Хагат или бунт? Пиздец! На 100 грамм блюда калорийность 224 килокалории. Да у меня тут даже 50 грамм нету. Опа! Я в триллион. Заморозь, пожалуйста, птенца, пожалуйста. Ну нормально, нормально. Изи, блядь. Сосать. Изи. Изи! Юрский период у тебя. Сколько ты получаешь с того, что я посмотрю рекламу? Я честно не ебу. Вот честно. Верить или нет, я реально не знаю. Но я точно могу сказать, что этого должно хватать на рыбу в кляре. Наверное. Даже Джаборик подтвердит, бля, что я не знаю реально. Супер. А, бля. Ладно, вру, на новую яхту хватит. Вот реально, бля, зачем нужны яхты? Просто кто-нибудь мне объяснит. Зачем, блядь, нужны яхты? Просто зачем? Они ж пиздец обслуживают, дорогие. Рот я ебал все эти диеты, рот я ебал этот Харстон, мне вообще будет все так похуй, чуваки, буду делать, что хочу, реально. Заебало, блядь, подумал. Хватит молчать, или пизду это все. Буду жить в кайф. Слишком близко все к сердцу принимаю. Не так себе. Не так себе здоровье угробил. Потому что лудоман.
Ну накидать зеленые картонки вообще поебать. Купич, я готов выловить всю рыбку на планете и зажарить ее в пляре для тебя, лишь бы ты не грустил меньше, чем три. Я подумал 5 минут. Нахуй, блядь, так все близко к сердцу, понимаю, блядь, здоровье, если дальше выучу. Я уже сколько раз, блядь, доказывал, кто я в этой игре, и мне похуй, реально. Буду просто для себя играть. Будет что получаться, будет ничего не получаться. Неважно. Тут ни такого подхода не было, она уже давно сдохла бы. С этого момента я буду проще относиться, блядь, к этой всей хуйне. Еще раз доказывал, что лучше, блядь, это ебаный казино в этом. Что получится, что не получится. Вообще плохо. Буду зеленые картонки кидать и сачок пить. Мультифрут. Мультифрут рич. Бля, ливни, дебил, бля. Время тратишь. Не буду больше убиваться ради этой игры. ГЛХВ парни, занимайтесь чем нравится, просто напутствие по жизни, много интересных вещей есть в мире, удачи.